последний из соблюдаемых. Сценарий Георгием Диванин. Постановка Шотима Нагадзе, оператор Георгий Челицын, художники Мек Мариашвили Гринковская, композитор Лагидзе, текст песен Эвролиты, режиссер Микадзе, директор картины Сванэ. В главных ролях Деброле, Бела Мирианашвили, Гогита и Медика Хияни, Ушанги Иви Дохадзе, Элпите Сесилия Такаишвили, Нино Мери Канделаки, Сачинов, Григол Кабладзе, Алмазхан Ипполит Хвичия, Георгий Зураб Лаперадзе. В эпизодах Абесадзе, Квантальяни, Лагидзе, Мардалеишвили, Махарадзем, Голубришвили, Дивани, Сарачишвили, Пиранишвили. Киностудия «Грузия. Фильм», 1957 год. Здесь я родился и вырос. И, наверное, никто так не любил это бархатное небо, эти крутые горы, отвесные скалы и холмы, как я. Здесь каждое деревце знакомое и родное. Повсюду разбиты роскошные сады, но откуда им знать, каким трудом достается крестьянам еда, как они изнывают от усталости, какой сложной и тяжелой может быть жизнь человека на этой скупой и истощенной земле. Мужчины соседних сел, бывало, даже мечтали жениться на наших засидевшихся в девках барышнях, но ни один из них не мог соперничать со стройными, сильными, сладко поющими ребятами из деревни Сабудара. А тех, кого не пленяли эти сладкие напевы, глухой ночью похищали и увозили с Сабудара. Все это происходило давным-давно. А сейчас? Сейчас наша деревня обветшала, и все уезжают из нее в надежде поселиться на плодородной земле Колхет. Валиков! Валиков! Подожди! Уезжаешь? Да. Шидор. С Богом. Шидор. И тебе счастливо оставаться.
Сабудара только в нескольких домах остался гореть сейчас. До свидания. Не забывайте нас. Пишите письма. Не забудем. Осторожно, не упади. Ну, пошла, пошла. По-моему, мы единственные, кто здесь жить останется. Тем лучше. Останешься одна, меньше болтать будешь. А ты шути. Шути. Если действительно все соседи разъедутся, мы совсем здесь одичаем. Иди ко мне, детка, садись. Мама, завтра Жужуна тоже с родителями уезжает. Да знаю, дочка. А послезавтра и Амбако собирается. Каждый знает свое дело. Наша деревня издавна известна была своими гончарами. А мой отец был лучшим из самых лучших гончаров. Он только мне рассказывал родовые секреты смешивания глины. Можно подумать, что у меня запас глины из этого убавится. Или кто-то мастерство мое забракует. Ты о мастерстве думаешь. А ты молчи там. Смотри, как хорошо получается. Если в деревне не останется ни души, кому нужны будут твои кувшины? Что может быть лучше отдыха? Поваляюсь вдоволь на тахте. Мама, дядя Георгий тоже вещи собрал. Молчи! Чего раскричался? Крик. Крик во дворе мне мешает, слышишь? Я был рад тому, что мой отец не намеревался уезжать из Сабудара. Мне тоже тяжело было оставлять родную отцовскую землю. Но одна мысль не давала мне покоя ни днем, ни ночью. Я боялся, что из деревни уедет одна семья. Семья, без которой жизнь моя теряла смысл. Что такое? Что случилось? Гогита, мы тоже уезжаем. Вы тоже? Куда? Вот бы сейчас камень превратиться. Не говори. Тогда мама не смогла бы меня увезти. Теброле! Мама зовет! Теброле! Что? Ты не попрощаешься со мной. Теброле, так, осторожно, клади на повозку. Ну, где же ты? Иду, иду. Ты где шатаешься? Где Теброле? Теброле.
И ты уезжаешь, Алмазхан. Да. И все-таки куда направляетесь? Пока не решили. Да нам бы уехать отсюда. А на первых порах и под открытым небом спать можно. И тебе, Сачину, советую уехать. Ты видишь, здесь уже ничего не получается. Чего ты там встал? Иди помоги мне. До свидания. Да выкинь ты этот вонючий мундштук. На. До свидания, соседи. До свидания. До свидания. Счастливо оставаться. Сядь, крепче держись. Дядя Гермаси, нету, ничего нету. Может, и для меня письмо есть? Ну, что ты сделал? И как ее сейчас с места сдвинуть? Дайте письмо. Нету, сынок, для тебя нету. Не может быть, должно быть. Нет, сынок, не написала она тебе ничего. Я ведь вместо нее не напишу. А если так скучаешь по ней, поезжай туда. Да куда мне ехать? Я ведь дороги не знаю. Ты ведь недавно получил письмо. Да. Но на нем не было адреса. И где ее искать? Ничего не поделаешь. Без адреса не найдешь. Ну давай, помоги мне теперь. Подстегни ее. Ударь. Сильнее ударь. Сильнее. Сильней! Ударь! Сынок! Мамочка, как дела? Разве так можно? Совсем позабыл меня. Что делать, мамочка? Работа. Дел по горло. Здравствуй, Шанги. Гляди, как похорошел. Как поживаете? Спасибо, сынок, хорошо. А по тебе и так видно, как у тебя все хорошо. Да, кстати, мама. Это тебе. И это тебе. А это вам, детишки. Ловите. Где работаешь, Ушанги? На Кутаистском автозаводе. Слышали, да? Большой этот ваш завод? Очень большой. И кем ты там работаешь? Старшим мастером на главном конвейере. Ушанги. Поклянись, что не врешь. Да разве можно так говорить? Наверное, у старшего мастера и папиросы мастерские были. Почему бы и нет? И угощайтесь. О, папиросы и вправду мастерские. Папиросы мастерские. Бери, Нодар, не стесняйся.
На, детка, расти большая. Хорошего ты сына вырастила. Кто там? Мила, это я, Гогита. А вот и Питер. Заходи. А, нет, спасибо. Отвинок, дело у меня к вам небольшое. Секретное дело. Райко. Что случилось? Я хочу убежать отсюда, Ушанки. Сбежать хочу. Шагим форам. Что-нибудь случилось? А, ничего. Но я больше не могу здесь оставаться. Хочу на завод устроиться. На завод? Да, работать хочу. Ну и глупый же ты. Почему? Ты думаешь, как приедешь в Кутаиси, так сразу на работу устроишься, мотоцикл получишь? Заклинаю тебя, ты действительно так думаешь? Я хорошо понимаю, что просто так ничего не дается. Да разве может быть что-нибудь лучше, чем находиться здесь? Я иногда так тоскую по здешним краям. Смотри, какая чудесная, красивая ночь. Небо, усыпанное звездами. Ночь и звезды есть везде. Ты лучше скажи, поможешь мне? Раз так настоятельно просишь, куда я денусь? Когда? Завтра, на рассвете. Ушанги! 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 Ничего, я пешком дойду до Кутаиси. Thank you.
Кутаиси. Кутаисо, Кутаисо. Кутаиси, Кутаиси. Савардотас. Майский и цветущий. Кутаиский автомобильный завод. Дежурный Какабадзе слушает. А? Что? Что надо? А? Кого? Вина? Доборджгинидзе? Доборджгинидзе? Дай. Куда? Ахет, батон. Ах. Сюда, батону, сюда. Дай, цветки, дай. Куда, спрашиваю? Батону, карханаш. Сюда, батону, на завод. Я не тебе говорю, а ты кому? Здесь мой односельчанин работает, старшим мастером. Здесь каждый второй мастер. Вон телефон, звони. Что? Хорошо, понятно. Ты что делаешь, а? Сначала трубку сними, а потом набери. 2:17. Здравствуйте, уважаемый. Попросите товарища Габададзе к телефону. Габададзе? Ты какого Габададзе ищешь? Ушанги Габададзе, батоно. Старшего мастера. Я старший мастер Габададзе. А вот про Ушанги не слыхивал даже. Хотя подожди. Отделение кадров? У нас работает некто Ушанги Габададзе. Ушанги Габададзе. Нет, Ушанги. Георгий, это я. А? Что? Хорошо. И кем тебе этот Габададзе приходится? Да так, никто, сосед. А? Что? Спасибо. Работает? Нет. Кроме меня на заводе нет никого по фамилии Габададзе. Зачем ему нужно было мне врать? Не знаю. И что мне теперь делать? А что хотел-то? Какое у тебя дело к этому моему однофамильцу? Он обещал устроить меня на работу. Знаешь какое-нибудь ремесло? Нет. Я? Я? Араб? Нет. Пойдем со мной. Пропусти его, он со мной. Да-да, проходите. Это плавильный цех. Посмотри сюда. Нравится? Дорогу, дорогу, отойдите. Хочешь здесь работать? Что? Спрашиваю, хочешь здесь работать? Хочу. А? Вот, это будет твоя кровать, сынок. Дай-ка твой паспорт. Паспорт, паспорт. Паспорт. Гвернадзе Гогита. Гогита. Рожденный в 37-м году. Ну, располагайся. Тихо, ребята. Уснул. Кто это?
Сосед ваш новый. Ему тоже налей. Осторожно опускайте, осторожно. Я быстро привык к моему мастеру. В этом огромном цехе он обучал нас мастерству, новому ремеслу. А я с нетерпением ждал своего первого выходного, чтобы поехать в деревню и там найти мою Теброле. Остановка Ахали Сопели. Ты что, оглох? Чего застыл так? Извините, действительно застыл. Впервые вижу море. В деревне остался. Я убежал из дома. Деревня вот призвала, изволила. И в Кутаиси перебралась. В Кутаиси, да. А ты сейчас куда едешь? В Кутаиси. Но я скоро вернусь. Тогда я с тобой поеду. Тебруле. Хорошо, хорошо, замри. Не моргай. Вот так, хорошо. Приготовься. Не двигайся. Вот так. Свободен. Извините, вончухи, выбирай какую хочешь. Нет, уважаемый, у вас там на стенде фотография девушки висит. Мне ее адрес нужен. Ну, о чем ты говоришь? Ты разве запомнишь адреса всех барышень, которых я здесь фотографировал? А фотографию продадите? Да, только не сейчас. В конце года, когда витрину поменяю. Спасибо. Когда за фотографиями прийти? Послезавтра. Верни усы. И второй тоже. Вот так. Ушанги? Ушанги?
Гао, дай гале. Устала? Не очень. Потерпи еще немного, и получим место подберу для тебя. Девушка, нашли здесь место для свидания? Ах, какая красавица. Всего один поцелуй. И полечу отсюда вниз головой. Сейчас я тебе покажу. А может, вы и без поцелуя слететь отсюда хотите? Оставьте его. Извините, пожалуйста, простите. То есть как простите? Ушанги, прошу тебя, оставь их в покое. Я тебе покажу, убью. Нашел, с кем силой мериться. Будет тебе, жених ее, наверное. Не наверное, а точно. День и ночь здесь торчит, по пятам за ней ходит. Хорошо, хорошо. Стой. Давай сюда. Гогита. Ты откуда? Так ведь ты меня привез на мотоцикле. Забыл, что ли? Ну да, забыл. Вот. Пей. Холодный, как лед. Спасибо. Что с тобой? Может, деньги нужны? Нет, спасибо. Я жалобу получаю. Наверное, тысячами? Мне хватает. Эх, кто будет платить тысячами? Никому не говори, что я торгую. Не дай бог стать поводом для сплетни. Если тебе так стыдно, зачем торгуешь? Почему в цехе не работаешь? За 300 рублей? 300 рублей? У меня иногда здесь день такая выручка бывает, в этом цеху. И что? Куда ты столько денег деваешь? Свадьбе готовлюсь, Гогита. Женюсь. На ком? Из наших краев, девчонка. Ты Броле, да? А ты откуда знаешь? И что? Она согласна? Да, вроде же я не... Молодец. Здравствуй, Шанги, здравствуй. Пойди сюда. Сейчас иду. Александр, напомни, что в твоем корпусе шифер сломался. Напомню, белое или красное? А вам какое? Одну бутылку красного наливай. Не белую. Не белую. Дай ему водочки налей. Гогита, постой. Thank you.
Нет, нет. Да как? Надо бежать отсюда. Как? Бежать и никогда не возвращаться. Никогда. Больше никогда не думать о Теброле. О Теброле. Любовь моя. Нет, нет, надо бежать отсюда. Надо бежать. Чей это сверток? Следите за своими вещами, товарищ. А ты, оказывается, музыкант? Нет, это я сестренке подарок везу. Видишь? Ту деревню на вершине горы. Вижу, и что? Это моя деревня. Да? Да. Отсюда до деревни 7 километров. А от остановки 30. Придется пешком идти. И что ж ты не спрыгнешь? Так ведь поезд здесь не останавливается. Братишка, а стоп-кран здесь для чего? Да, кстати, вот. Поверни на себя и остановится. А потом меня поймают, и вы смеяться будете, да? Кто поймает? Вот, смотри. А теперь беги отсюда, давай. Куда? Куда бежишь? Как бежит, а? Иди ко мне, иди. Ты не представляешь, как я соскучился. Давай найдем овцу. Что съела овец? Не овец, а овца. А тебя никто не спрашивает. Я не нашла овцу, волк съел овцу. А Гогита мне конфеты привезет. Меня угостишь конфетами? Давай найдем волка. Что съел волк?
Я не нашла волка. Ружье съело волка. Гогита мне тоже привезет конфеты, и увидишь, поделюсь я с тобой или нет. Да, ждите. Он не конфеты, а яйца черепашьи привезет вам. Ваша мать тоже ждет платье из парчи. Жив-здоров вернулся бы. Ничего мне от него не надо. Что-то сердце неспокойно. А вдруг река поднялась, и с ним беда случилась? Так пусть захлебнется там. Я с того дня так решил, когда он из дома сбежал. Даже если он сейчас вернется, я его в дом не пущу. Как пса погоню. Глупости говоришь, с ума сошел. А ты что думала? Корова чего мычит? Может, волк где-то поблизости бродит? Какие волки посреди лета? Что случилось, Сачин? Гогита приехал? Нет, не приехал еще. Нет, что-то должно случиться. Видишь, как лает. Не угомонится никак. Собака лаять должна, не песню же ей петь. В такую погоду не то, что собака. Человек лаять начнет. Куша! Куша! Что случилось, Ачино? Сын приехал. Нет, не приехал. Надоело уже. Давай поищем землю. Кто съел землю? Я не нашла землю. Ржа съела землю. Папа, скажи, пусть читает потише. Не буду тише читать. Ты ведь сказала, что не поделишься со мной конфетами, которые Гогита привезет. Спи, Мацацо, спи. Обманул тебя твой брат. Да, детка, спи, спи. Гогита, наверное, поздно приедет. Землю ржа, ржа камень, камень трава, траву овца, овцу волк. Хватит, помолчи, все уши прожужжало. Спи сейчас. Чего-то не хватает. Приправы добавила? Да, отец, да. Пока крыша нам на голову не свалится, не поменяешь этот поломанный шифер. Куда менять в такую погоду? Я и вчера тебе говорила, но... Вчера не шел дождь. Значит, пусть вода на голову льется. Все, завелась, завелась.
Сегодняшнего дня я буду неустанно работать. Не буду щадить себя, лишь бы денег заработать. Много денег. В родительский дом не посмел зайти, потому что вернулся с пустыми руками. Иди. Попей молочка, теленочек. Что это? Ну-ка, отойди. Боже, он был здесь. Вернулся, сынок. Что там? Что это? Вот, смотри. Вернулся, но не смог зайти, побоялся тебя. На него посмотри, а? Какое сердце у этого мерзавца. Ой, сынок, сынок. Гогита! Да, спешишь, очень торопишься. Говорю, не спеши так, не надо. Ну уж нет, я буду спешить. Не будь я мужчина, если не догоню вас всех. Вот, товарищ Квернадзе. Видишь, из-за этого твоего чрезмерного усердия все пластины кривые. Для успеха не только желание важно. Сначала вникнуть надо в дело, хорошо все понять. Спешка и пустая суета только портит все и мешает делу. Так у него это не в первый раз. Да помолчи ты, все его вина. Все из-за его спешки, портит все. Да, он прав. Из-за него мы снова не вышли на первое место. Записывай. Да, все записывай. Записывай. Мне впервые в жизни стало стыдно. Я опозорился перед мастером, перед друзьями. Плохо работаете, ребята, плохо. Половина браки получается. Это не наша вина. Да, глина плохо смешана. А ты откуда знаешь? Я в металле ничего не понимаю, а вот в глине я ас. Откуда? Наш род с самого своего начала гончарством занимается. Мы гончары все. Чужая неудача помогла найти мне новое место на заводе. И здесь мне пригодился папин совет. Как идут дела? Получается что-нибудь? Да. Моя мечта сбылась. Неужели это все мое? Гогита Квернадзе. Это же я.
rád Miklós, te pitotre, Равняйтесь на Гогиту Квернадзе. Как красиво звучит. Гогита Квернадзе. Эй, Гогита, не споткнись случайно, как хмурится. Он очень хороший парень, совсем не хмурый. Там Тарьё, могу смотри, Женьки Когинка Верьё, Рубелиром Кузет Мазель, Эту Сейку Малерьё. Танца? Стой! Ты в каком направлении идешь, Гогита? Вот мой завод. Именно мой завод. Эх, как было бы здорово, если бы мама увидела мою фотографию. Фотографию своего сына, вывешенную на доске почета такого завода. А ты, Броле? Если бы ты знала, как я счастлив сегодня и в то же время, как несчастлив. Уснул, да? Сам Бог велит нам днем работать, а ночью спать. А моя жена все наоборот делает и меня заставляет. А тебе разве стоит днем на людях появляться? На нее посмотрите. Все. Надоело. Не могу я больше по ночам дежурить. Хочу на фабрике работать. У нас? Да. Если бы ты мне в этом немного посодействовал, конечно, самому директору скажу. Он мой хороший товарищ. Обещал на свадьбу прийти, это большая честь. Но что-то свадьба наша очень затянулась. Свадьбу, конечно, сыграть было бы неплохо, но... Что но? Вы же согласны. Я-то согласен. Но ты ведь не на мне женишься. А ее кто спрашивает? И не ей это решать. Не она старшая в доме. Но я не могу ее заставить. Правильно. Сейчас другие времена и другие люди. Одно я знаю точно. Моя дочь меня послушается. Мама, глаза горят. Да, послушается. Но может она... Твоя дочка в кого-то другого влюблена? Ну что ты несешь? Что? В кого еще она должна быть влюблена? Гогита. Гогита, оказывается, здесь, в Кутаиси. Какой Гогита? Гогита, наш Гогита, сын Гончара. Видишь, что творится? А в газете почему не написали? Так вот, написали. Покажи, где он. Вот, смотри, Гогита. Какой? А? Молодец, настоящий сын Сачино, видишь? Да. Вот тебе и сын Гончара. Смотри, какой красавец. Этого юношу я на завод устроил. Что? Я вот только не пойму, чему ты, Бруле, так радуется. А почему ей не радоваться? Они вместе выросли. Ничего не знаю. Хватит впустую болтать. Тебе говорю, тебе. Ты, Бруле. Ты, Бруле. И куда эта девчонка подевалась? Ты, Бруле. Ты, Бруле. Thank you.
Гогита! Здравствуй. В чем дело? Тебя друзья ждут? Не знаю. Как дела? Спасибо, так себе. Ты, кажется, похудел. Да. Я уже давно жду тебя здесь. Да? Да. Я сегодня узнала из газеты, что ты здесь. Да? Да. А до этого я думала, что ты в деревне. Да? Да. У тебя шнурок развязался. Да. Да что ты заладил? Неужели я недостойна других слов? Достойно. Достойно, только ничего хорошего. Подожди. Чем я это заслужила? А ты спроси того, с кем гуляешь. Что? В этом выражается твоя преданность. В свадьбе с Ужанги, да? Сами разберутся. Деброле! Не трогай меня! Входите. Доброе утро. Утро доброе, мастер. О, ты куришь? Иногда. Когда тоска на сердце давит. А ты и вправду драчун. Вижу, кто-то хорошо тебя разукрасил. И вообще, достойна эта девочка стольких хлопот. Любит она тебя? Нет. И что теперь делать? Нельзя быть всеми любимым. Смотри, снова о тебе пишут. Помнишь, когда ты в первый раз пришел на завод? Да. Ну и? Некоторые годами мучаются и ни на шаг не продвигаются. А ты за несколько месяцев стал уважаемым человеком. Примерным человеком. Вся эта жизнь твоя, Гогита. Не моя. А я говорю твоя. Потому и пришел сюда с утра пораньше. Комсомольский комитет поручил мне с тобой поговорить. Правда? Да. Ты должен возглавить молодежную бригаду. Я? Но ведь я не комсомолец. Ничего, примут. Моя бригада стала первой во всем цеху. Меня уже приняли в комсомол, но мысль о мести даже во сне не дает мне покоя. Да, я должен отомстить Ушанги. До смерти избить и прямо на глазах у Теброле. Внимание! Снимаю! Сачино! Эй, Сачино! Слушаю. Здравствуйте. Вот. Это от Теброле? Нет, от меня. От кого еще? Вы ему старые письма переслали? Отец запретил нам их посылать. Дядь Гермас, что мы можем сделать? Сволочь, отец твой.
Негодяй, принеси, я сам их отправлю. Правда? Сейчас принесу. Говорят, с глаз долой, сердце вон. Какой же ты забывчивый. К сегодняшнего дня не буду тебе больше писать. Зарекла, что не буду писать, но сердце не слушается. Мой Гогита, если бы я знала, что ты хоть чуточку меня любишь, я бы все бросила и пешком добралась до Сабудара. Эй, что с тобой? Что случилось? Гогита, что с тобой? Ничего. Гогита! Гогита! Все, мне больше не наливай. Еще один стакан, так вот. Мой, как тебя там? Ушанги. Да, Ушанги. Не могу я больше. Я вино принес, чтобы выпить с вами, а вы со стола встали. И куда ты в таком виде собрался? На работу, куда еще? Ты сейчас одного за десятерых примешь. Значит, всех десятерых поймаю. Да ну тебя, на кого ты похож? С Богом, птичка невеличка. Иди. Может, прогуляемся, Теброли? Вставай, Теброли, идите, погуляйте. Сидишь весь вечер дома. Сказала ведь ясно, не хочу. Устала я. А утром рано вставать. А мне одному идти? Как хотите. Куда торопишься, Ушанги? Посиди еще немного. Ты в роли остаться? Мне все равно. Ну, раз меня гонят, тогда извольте. Говорят, хорошо смеется тот, кто смеется последний. Спокойной ночи. Да разве у тебя есть мозги после этого? Что тебя в нем не устраивает? Как ангел юноша. И ремесло у него хорошее, и деньги, и все знакомства. Что тебе еще надо? Гогита, что случилось? Ничего, уголовность. Ты слышала, что он сказал? Скоро инженером станет. А свадьбу в Сабудара сыграем. Говорит, что тот старый дом Сабудара разрушит и новый построит. Видишь, как хорошо. Так не лучше? Что, мама, что? Говорю, разве плохо будет? Хорошо, мама, хорошо. Эх, счастье на пороге стоит, а ты дверь запираешь. Открой дверь, большое счастье тебя ждет. Большое счастье. Где ты, Броли? Вон она, в Ушанге идет. Ну-ка, покажи. Вот именно, про это говорят. Милые бронятся, только тешатся. Смотри, луна. О, Боже, кажется, уже светает. Эх, если б ночь длилась вечно. Смотри, как красиво. Да? Да.
Где ты с утра успел напиться? Ну, неудивительно. Для влюбленного в вашу дочь. Даже если ночь напролет пить буду, все равно на сердце легче не станет. Вы опять поругались? Так мы все время ругаемся. На следующей неделе свадьба. А ты в руле? Она на все согласна. Спит? Конечно, будет спать, на рассвете домой вернулась. То есть ее ночью не было дома? Хватит себе ушан. Я сама вечером вчера видела, как вы обнявшись шли. Сейчас Датуну спрошу. Датуна. Куда-то запропастился. Так вот, с кем я имею дело. А я мечтал о приличной семье. Помогите! Ты где всю ночь гуляла? Мама, ты о чем? Где? Негодяйка ты такая! Оказывается, ты, Бруле, ночью дома не было. Представляете? Ты, Бруле, дочка, куда ты? Да что с тобой, женщина? Боже, что это она со мной сделала? Убила, ой, голова. Ты все преувеличить должна. Только Аушанге сможет мне снова помочь. Пойду. Ты куда собралась? Если откажется жениться на ней, мне одна дорога в реку. Ты куда? Куда идешь? Хочешь опозорить девочку? Стыдно должно быть, стыдно. А что делать, когда твоя дочь ночами бродит где-то? Куда ты? К черту! ЛПТ! Несчастный я в твоих руках. Извините, пожалуйста, где здесь автомобили делают? Здесь везде автомобили делают. Не повозки же нам делать. А мне именно он нужен, он. Что, автомобиль? Нет, уважаемый, начальник автомобилей. Вы, наверное, главный конвейер ищете? Да. Ну, слава богу, поняли друг друга. Видишь, белый дым из трубы поднимается? Из какой трубы? Из той? Да, видите, какой белый дым идет? Рядом с трубой. Да, но оттуда дым не идет. Пока не идет, скоро пойдет. Так вот, прямо напротив него главный конвейер находится, поняли? Да. До свидания. Когда ты получил эту колбасу? Там написано. Ты думаешь, я не понимаю, да? Габададзе, фактуру принеси. Дай. Габададзе. Почему в этой бутылке водка? Боржом новой марки. Габададзе. Простите, уважаемый, а где здесь главный конвейер? Конвейер? Да. Габададзе, где главный конвейер? Боже. Что я вижу? О, Боже. Помогите! Воды! Тебруле. Ты готова? Да. Здравствуйте! Свадьба! Свадьба! Сочинок Вернадзе! Кто там? Глашатай я! Новость радостную принес! Поздравляю с женитьбой сына! С чьей женитьбой? Смотри!
Моего Гогиты? Видишь внизу автомобиль? Жених и невеста едут. Жених и невеста. Спускайся. Чего ждешь? Нет, нет, тороплюсь я сейчас. Попозже спущусь. Нино! Где ты, Нино? Позови маму, быстрее. Мамочка, мамочка. Приехали, приехали, да? Эй, хозяин! Ты что, свояк, убить меня решил? Не надо, не надо! Что он делает, мама? Что с ним? Оставь его. Слышишь, Гогита, как звенит? Поет, слышишь? Глина поет. Ни у кого так не получается. Ни у кого. Поэтому... И обидно, сынок. Успокойся, отец. Последний гончар уезжает из Сабудара. Картина восстановлена творческим объединением дублированных и восстановительных фильмов. Режиссер Нодар Манагадзе, звукооператор Рафаэль Кезели. 1977 год, конец. Фильм дублирован студией Cartoon Legacy.